русская культура, потребление вина является обязательной цивилизационной составляющей любого общества за всю историю человечества. У Украины колоссальный потенциал виноградарства и виноделия, но в Украине вино начинали делать задолго до того, как его начинали делать во Франции. И сегодня нам этот потенциал нужно развить, нам надо его показать. И у нас есть чем гордиться тем, что делали вот наши отцы и деды, и то, что мы сегодня делаем. Потому что наши вина, лучшие вина украинские, они есть в Лондоне, есть в Бордо, есть в Париже, и знают, и все этот потенциал как бы признают. Поэтому вот сегодня этот винный фестиваль, он является как бы толчком, он является катализатором развития виноградарства и виноделия. И самое главное, основная цель – развитие, повышение высокой культуры потребления вина. Потому что еще в свое время Голицын с Таировым, они закладывали, как бы уговаривали еще царя Николая II, который хотел ввести в сухой закон. Значит, они доказывали, что высокая культура потребления вина является самым эффективным способом борьбы с алкоголизмом. Вы знаете, в развитых европейских странах вино по законодательству не относится к алкогольным напиткам и не относится к продуктам питания. Они говорят, как кровь престола может быть алкогольным напитком и продуктом питания. Вино – это философия, поэтому на этот фестиваль показать вот нашим посетителям, что вино – это философия, очень необходимая человечеству для высокого уровня